сейчас мы отключаем сопернику, получается, одна сторона, да, тут. И не пренебрегайте, опять же, тем, как брать правильно захват от ворота, да, лапел, колор вот этот. Вот, раскройте его, чтобы поглубже догнать руку и к себе затяните. Вот такой обычный захват вам сорвут. Поглубже к себе рука. Сейчас то же самое вставляю и на локоть, ребят, посмотрите, как я поднимаюсь. Я не вот сюда встаю, я под себя затягиваю, поплотнее к себе. Сейчас, ребят, момент такой, когда соперника, видите, у него вторая рука свободная. Да, он не грудью будет ложиться, а рукой своей, вот в изгиб прям, в изгиб вставляю, чтобы не искать захват. Захват мы не всегда можем взять, да, а вот так загрузить мы всегда можем, да, тут этот изгиб колена как будто был создан для ладони, видите, для вот этой вот. Загрузки. А? Может сначала все? Сначала, конечно, можно. Мага, для тебя чернет. Так, для всех. Раз, два. Вот. И соперник начинает грузить мою ногу, вот эту, видите? Грузи, грузи давай, загружай. И на ногу, таз откидывается, улетишь так опять. Вот. Я эту ногу, которую он грузит, подтягиваю колено, разворачиваю наружу и подтягиваю его к себе. Вот. Видим? Хуком цепляю его под трицепс. Попробуй теперь дистанцируйся от меня. Вот тут в этом положении я к нему прилипаю. Что такое? Ничего, скакал хочешь. А что ты на тыре что-то? Я просто сказал, что сейчас все будет. А, да ты манга. Боевик. Военка. Они просто вместе тренируются. Да? С манга? С манга. Ну, есть тебя зовут манга. Он начинает грузить, ребят, эта нога под уходит, я его к себе подтягиваю. Я не просто разворачиваю, я эту ножку разворачиваю, хука, видите, мыском цепляю и подтягиваю к себе, вот, находясь на локте вот тут. И не даю от себя дистанцироваться. Тут я могу сам отползать от него. Также завершить свип и продолжать с треугольником. Но очень важно, плотно ногу начинает грузить, я ее разворачиваю вот в таком положении. Окей? К себе. И когда он от вас начнет... Даже если на ноги встанет, ничего страшного. Да? Вообще пофигу. Попробуй встань тут на ноги. Сейчас. Тут у нас дальше развитие темы пойдет. С высоким подъемом, с самоплатой. Сейчас вот он у меня. Тут даже если он начнет прессинговать, да видно меня, да, чтобы я не развивал. Вот. Работаем тазом тут. То есть ваша сейчас основная задача, когда загрузили вашу ножку под рукой, подтянуть к себе колено, вывести его за плечо. Вот бакер чуть-чуть естественный дави. А шанс где? Можно до тебя? Шанс. Отдохнуть решил. В гарде. Прям под, ну, естественно, верхний должен подгружать, чтобы нижний именно почувствовал. Потому что если верхний не будет грузить, действительно, как в борьбе, реально рука. Вот он грузит, да. Вот в этом положении, видим, на локте, и ножка моя вот тут, я хуком играю. Попробуй сними эту руку. Видим, я его контролирую все время. И как только он ее максимально отводит, бедро плотно, затягиваю рука. Триангл. Всем понятно? Да. Есть детальки. Ну, сейчас посмотрим еще. Сейчас разберемся, да, походу. Раз, два. Отрабатываем, будем сейчас поправлять. Верхний, ребят, подгружайте ногу именно.